Джимми. Джимми, отойди оттуда, это опасно. По рассказу Дэнни Лернера. Дай-ка сюда. Мама! Пас, давай пас. Ладно. Беги подальше. Дальше. Давай, кидай же. Автор сценария Дэвид Спарлинг. Джимми, Джасмин, идите есть. Иду! Добрый день, сеньор Рандел. Что происходит? Не волнуйся. Оператор Питер Белчер. Извините, сеньор, я пришел говорить с вашим мужем. Мы поможем вам передумать. Слушайте, я миллион раз говорил вашим людям. Она не продается и точка. Вы не оставляете мне выбора. Нет. Мама! Что ты делаешь? Жертв быть не должно. Ты их убил. Молчи, гринго. Будешь следующим. Так. Не знаю, что ты слышал об этой работе, но работа огромная, а зарплата дерьмовая. Тьма поганой работы за дерьмовую зарплату. Бегать в химчистку, заправлять автомобиль, подавать ему кофе, ланч и обеспечивать его девками. Боже. С ним не всегда просто. Сюда. Временами. Как бы то ни было, компания Keystone. Его персональная выставка прошла в городе Дубае. Он стал первым русским художником, сумевшим выставиться на Востоке. Никто не узнает этого замечательного человека? Александр Шилов. Верно. Владимир? Так. Такие разговоры могут привести к вымиранию нашего вида, Айсмен.
абсолютно согласен, Энджел. Давай встретимся.